Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. Так, забираем ежедневные наши награды. Теперь открыть колоду. Ну, посмотрим. Ага, Кирби. Нам выпадает здесь Кирби. Замечательно. Так, дальше что у нас? Пройти серию испытаний. Ну, давай начнем с нее. Давай начнем с нее, тем более тут уже практически концовка у нас идет. Так, Армагон возьму и, пожалуй, возьму сюда Шреддера с Ванькой. Вот это будет оптимально. Вот это будет оптимально. Ну что, хрюкало, мяукало. Мало-мало получил он звездлей, очень мало. Так, шипы я пока применять не буду, он того не стоит. А по-тихому разобрать, я думаю, получится. Так, минус Маузер. Ванька, давай кастетом, мало... наотмашь. Просто взял и наотмашь свалил его с сумка. Ну что, здесь у нас луч, давай применим, фиг ли делать. Двое отдыхают, а трое еще стоят на ногах. Ну, уже один. И то недолго. Все. Серию испытаний прошли и, соответственно, продвигаемся дальше. Сейчас нам надо будет прокачивать кого? Конечно же, Рафаэля. Блин, мутагена очень мало. Так, 6 геймпадов, да, нам нужно. Раз. Два. Три. Так, и пошли у нас джойстики. Так, 4. Ну, 2 еще, давай, 2. Не идет почему-то. 5. И последний. Ну, давай ты уже не ломайся. Последний давай мне геймпад и все. Не, ни в какую. Я что-то в шоке. Да вы серьезно? Да какой джойстик, блин, а? Может, хватит уже меня джойстиком своим кормить-то? Это что за подстава-то, я не пойму. Где геймпад? Я в ахере, если честно. Это что сейчас такое было? Не найти последний геймпад. И... У меня нет слов. Просто нет слов, одни эмоции. Ну, поднять уровень персонажа, это уже будет после того, как я пробегусь на турнирной арене. Так, у нас здесь откаты. Друзья, я, пожалуй, быстренько пробегусь по ним. Сам понимаешь. Телепортики нам нужны. Да, не так уж много мы их тут получим, но тем не менее. Ты же видел, сколько мы сейчас потратили. За один только фарм нам приходится выкидывать 2 телепорта, 2. А у меня они, извини, не вечные. Так что любая, как говорится, помощь в этом деле будет очень даже кстати. Тем более. Ну да. Тем более такой бравой командой. Понизили тут защиту. Нифига себе. Вот сейчас кто бомбил? Сейчас кто-то бомбил и не смог его пробить, Маузера. Что-то удивительно как-то. Давай, у нас уже третий эпизод, и потом последний будет четвертый. А почему они выбрали боссами таких вот персонажей, как Железноголовый, Змейковьюн, да? Вот мне, например, непонятно, почему именно их сделали такими. Могли бы взять кого-нибудь другого. Вполне. Блин, самое бесявое, что у меня, ребята, почему-то флешка не определяется. Так, ну что, последний поединок. Так, вчера записывал новую серию. Новую и первую серию по «Одни из нас». Ремейк. Ну что скажу, ребята. Так как там хреновая оптимизация с этими шейдерами, пришлось поначалу играть на минимальных. Ну как минимальных?
на средних настройках, но опять же без оптимизации ландшафта. То есть детализация самого города у меня паршивая там была. Но это только в первой серии. Во второй серии, я думаю, что будет лучше, потому что я скачал там кое-какие патчи. Поэтому, ребят, не обращайте внимания на небольшую такую расплывчатость именно окружающей среды в игре. Это именно про первую серию. Вот, ресурсов все равно жрет очень много игруха, несмотря даже на там замену некоторых файлов, на исправление багов. Очень требовательно. Поэтому я даже не знаю, наверное, на средних будем играть. Так, ну что, турнирная арена у нас начинается. Так, Лига Мастеров, одна звезда. Я, правда, не посмотрел, какое там место у нас. Но я зато знаю точно, что нам надо здесь, ну, может, так сказать, буститься, что ли. Кстати, что у нас за день недели сегодня? Дай-ка я гляну по мобиле. О, ребята, сегодня у нас, оказывается, пятница. То есть у нас еще два дня впереди. В моем случае у меня только лишь один день, потому что сегодня у меня второй выходной, завтра будет крайний. Потом начнутся опять рабочие дни. Но я думаю, за это время мы успеем зайти в Лигу Мастеров. Естественно, топчик, и там уже остаться до последнего. Наверное, так у нас и получится. Сейчас очень мало видосов, друзья мои, на моем вот этом первом канале выпускается, потому что очень плотненько сижу на Хогвартс Легаси, если кто не в курсе. И сейчас еще к тому же присоединились игруха «Одни из нас». Там еще в планах 3 или 4 игры снять. Но пока, думаю, не будем, ребята, потому что и так завал по полной программе. По 3 часа на игру у меня уходит. Это минимум. Минимум. Из учета того, что очень много там вырезается левака всякого и там подобное. И по 3 часа, это, прикинь, 2 игрухи. Плюс к этому у меня идут еще, там, не забывай, Outlanders. Она тоже у меня нажрет довольно приличное количество времени. Как бы 7-6 часов за день. Ну, это дофига, ребят. Плюс, не забывай, еще здесь надо что-то периодически доснимать. Хотя бы 1-2 игры. Так что я надеюсь, все меня поймут. Вот. Бывает так, что я видос снимаю сегодня, да, например, а выкладываю его только завтра или даже послезавтра. Связано с тем, что, ребята, очень долго рендерится. Это раз. И выкладывается почему-то в YouTube тоже долго. Там по 6-8 часов идет рендеринг, я не знаю с чем. Опять же, это связано, но такие вот дела. И, кстати, сейчас мы перейдем уже в Лигу Мастеров 2 звезды. Что очень приятно меня порадует. Так, 17-23, отлично. Так, майки Рафаэль плюс... Давай-ка, наверное, вот этого Рафаэля возьмем. Да иди ты. Ну, вот такой командой. Хотя это, как по мне, это, ребята, супер-убер команда для этого уровня. Ну что, Рафаэль, давай, бомби. Черепундели. Так, наверное, вот этого хмыря вольну. Надо было, наверное, все-таки вешать уклонение. Ладно, фиг с ним. Я думаю, и так справимся. И добивка, скорее всего. Да? Опять этот кабан выжил. Слушай, он меня уже начинает доставать, если честно. С какого перепуга этот охламон все время выживает, а? Ну, а вот и Лига Мастеров. Так, ранг у нас 92-й. 92-й, естественно. Берем Бакстера. И берем Зека. Но здесь, видишь, блин. Здесь как-то уже не до шуток. Здесь, да, Микеланджело. Конечно же. Куда тут без него-то? Куда без этого майки ты денешься? На высоких уровнях только его и берут в отряды. Ну да, я надеюсь, Супер Шреддер сейчас не подведет. И нахлобучит ему по ушам. Так оно и получилось. Плюс Карайка с кунаями. Плюс Змея Карай. И по итогу добивка. Хорошо, что Шреддер впрекся. Как говорится, за этого. За Криса Брэдфорда. И все у нас вышло. 80-е место.
Вот оно как. Ну, мне кажется, что 17-24 я заслужил. Вам не кажется? Они дают мне опять же 17-23. Нет, это как-то плохо. Бакстер Стокман плюс Зек. Раз, два, три. В общем, вот эти вот два парня должны сейчас разобраться с врагами у нас. Поехали. Чё-то как-то постепенно только на двух упало, да? А если мы сделаем еще вот так? И вот так. Да ладно. Да ну, да иди ты в пень. Ну что ты. А, у них же точно, ребят. Ё-моё, у них же блокировка висела на отхил. Слушай, ну так тогда все чётенько. Все четко, как в аптеке. Все у нас работало. Ть. Блин, а я запаниковал. Думал, сейчас начнется разбор полетов, но, как видишь, обошлось. 68-е место. Что мы тут? 17-24 есть. Берем, короче, Макмана плюс Кожеголова вдвоем. У нас, знаешь, в чем проблема? В откатах. Ну ладно, допустим, я посмотрю рекламу. Это плюс 10, да? И за ежедневные задания. Там еще плюс 5. Это 15. Патологически это 7 поединков. Маловато будет, да, ведь? 7 поединков, даже если по десятке, это 70 ступеней мы пролетаем. Но мы в Лигу Мастеров однозначно попадем. Это понятно. Но хотелось бы как бы укрепиться. Ранг 50-й как минимум взять. Но, видимо, не получится. Так, Крэнк, значит, пойдет вместе с... Ну, со Слэшем тогда, чё? Раз, два, три. Первым, соответственно, ходит Крэнк. Слэш, надеюсь, на добивке. Ну и, в принципе, все должно получиться. Ага. Здесь кабаны от Крэнга просто падают на изи. Даже не упендриваются, понимаешь? Даже не выпендриваются. И кабаны, и носороги. Просто. Только шорох. 46-я позиция. Ну что, я возьму, наверное. Мне бы, конечно, 17-24 выгоднее брать, но я с ними тут спорить не собираюсь. Так, Рокзар. Раз, два. Ну, морозильная кошка и эти у нас идут как для веса. Попробуем мочкануть. Глянем сейчас, сколько по урону получится. Ну, в принципе, неплохо. А вот мне кажется, если бы у нас на маузерах была бы прокачана до 7-й ступени последняя ульта, то это 100% он бы один бы мог выносить абсолютно всех. На любом практически уровне. Но это опять же мои догадки, ребят. Точно вам сказать не могу, потому что не прокачан он у меня. 34 место. 17-24. Есть такое дело. Опять откат на маузеров. Блин, откат на маузеров. И, ну, придется тогда брать два отката. Придется брать два отката, потому что, ну, они не справятся. А если мы не добьем, потом нам тут, ты посмотри, кто. У него тоже Маузер плюс Леонардо, который может захилять. Ну, как бы мне невыгодно так воевать. Так, смотри, Лео отдуплился, причем с одной плюхи. Ну, а Усаги просто добить надо. Что у нас по откатам, давай посмотрим. Там должно быть их маловато, по-моему. Да, две штуки всего лишь осталось. Ну что ж, будем до последнего. Как говорится, бомбить до талого.
Давай 17.24, не ломайся уже. Ну, где 17.24? Ёк-макарёк, ну, вот. И забираем опять же. Ну, давай с Армагоном, фиг с ним. Маузер плюс Армагон — это ядерная бомба в режиме поединков. Давай, Маузер, влупляй свою суператаку. И ракетами добиваем. Все. Проще пареной репы. Ну и, соответственно, где у меня колпачок от флешки? Куда его... Вот он. Вот он. Фух. Нашелся, родной. Ну что, позиция какая там? Десятая. То есть, получается, нам один поединок нужно сделать. Так, давай тогда здесь. А-а-а, у нас же... Ё-моё. Тогда, ребята, отбой по заданиям. Потому что я уже, оказывается, откаты здесь потратил. Ну что, иду в магазин. Куда ты идешь, ёк-макрёк? Ребят, иду в магазин смотреть рекламные, короче, вот эти откаты. Так, ну что, друзья мои, короче, вот эту вот последнюю я не могу посмотреть. Уже тут полчаса колдую, шаманю, ничего не выходит. Придется тогда пропустить. В данный момент 8 откатов. 8. Так, ну что, погнали. В Лигу Мастеров 3 звезды мы однозначно попадем. Может быть, даже и усилимся, укрепимся. Так, берем Маузеров. Беру Армагона. Раз, два, три. Тут уже не принципиально. Начало, конец. Главное пройти, взять 50 ранг на Лиге Мастеров 3 звезды. И этого мне достаточно будет. В следующей серии просто забираемся в топчик. А следующая серия, скорее всего, будет завтра. Ну и все. И дело, как говорится, будет сделано. Замечательно. В принципе, вот последние, ребята, серии, так я не знаю, 500-600, у нас идет чисто фарм платиновых осколков. Ни больше, ни меньше. Только лишь платиновые осколки. Как бы на этом вся игра и заключается сейчас. Раз, два, три. Фарм, 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 еще раз фарм. А вот по растению против зомби-героя, да, ребят, конечно, обидно, что у нас это был последний 60-й, как говорится, сезон. И он закончился. То есть теперь обновления не будет, как я понимаю. И... Но, тем не менее, мне хотелось, конечно, ребят, там все карты получить. И если не ухудшится ничего... А, как если не ухудшится? А как мы будем, извини меня, открывать новые колоды-то? У нас же не будет бустерпаков и тому подобное. Как получать? Никак. Единственный вариант, единственный, это накапливать кристаллы за ежедневки и покупать паки. Но это один, ну как один? Это 1000 кристаллов накопить, чтобы купить 11 паков. Ты представляешь, какая это канитель? Это сколько по времени уйдет? Да. Но пока все, пока, ребят, там можно будет драться, пока там находятся соперники, в принципе, игра играбельная. Так что забрасывать ее, я думаю, пока не стоит. Но что-то мне подсказывает, идет такое дело, как помнишь в свое время Angry Birds Epic? Как она зачахла в свое время. Вначале одно, потом второе, потом одно перестало работать, третье, четвертое, и по итогу все. Приплыли, потом она вообще, по-моему, исчезла с магазинов. Она у меня есть, она, ребята, есть, но в нее играть невозможно, потому что она почему-то у меня только на мобиле сохранилась, когда еще в свое время играл. Но там такое расширение экрана, там не видно вот этих менюшек, там все как-то уползло, расплылось. Я думаю, что даже не стоит заморачиваться. Хотя кто-то говорил, что вроде как выкупила какая-то компания. Я не знаю, Уровио. Кто это вообще может купить? Как это вообще можно реализовать? Но было бы неплохо, если бы кто-то ее купил бы и продолжил бы на ней, например, дальше как-то делать контент. Именно какая-нибудь компания. Левая, да? Конечно, было бы круто, потому что много людей в эту игру играло.
Так, ну что, давай, у нас все, ребят, у нас кончились откаты. К сожалению. Блин, беда какая-то прям бедовая. Ну, ничего с этим не поделаешь. В общем, у нас ранг 58 в Лиге Мастеров. И я сейчас единственное, что сделаю, это подниму уровень. А смогу ли? Смогу. Все, друзья, 90 уровень получает у нас Рафаэль. Здесь мы добираем. Ну что ты опять, а? Нет соединения подключения к сети. Так, и здесь забираем. И все, друзья, на этом пока все. Обязательно увидимся в следующей серии и продолжим. А на этом все, всем удачи и до новых скорых видосиков.